В Сергиево-Посадском городском округе продолжают работу мобильные пункты вакцинации. Сделать прививку от ковида можно в торговом центре, сельской амбулатории и в травмпункте районной больницы. Во вторник, 19 октября, с 10 до 12 часов, прививки делают в клубе «Активное долголетие», с 10 утра до 3 часов дня в торговом центре «Капитолий». Вакцину также привезут в амбулатории Васильевского, Семхоза, Мостовика. График указан на экране. В среду, 20 октября, с 2 часов дня до 6 вечера, открыт пункт вакцинации в торговом центре «Капитолий». Также прививки ставят в амбулатории лесхоза и Мишутина. В четверг, 21 октября, вакцинация от ковида будет идти в амбулаториях Васильевского, Семхоза, Мостовика и Селкова. В пятницу, 22 октября, с 12 до 17 часов будет работать пункт вакцинации в торговом центре «Маяк». Вакцину также привезут в поселок Скоропусковский и деревню Торгашино. В субботу, 23 октября, с 10 утра до 3 часов дня открыт пункт вакцинации в торговом центре «Капитолий». В воскресенье, 24 октября, с 10 утра до 2 часов дня пройдет вакцинация в торговом центре «Маяк». Согласно графику, работает пункт вакцинации в торговых рядах. Со вторника по пятницу с 12 до 17, в субботу с 10 до 15 часов. По своему графику проводят вакцинацию в культурном центре Елизавета Мамонтова. Вторник и четверг с 2 часов дня до 7 вечера, в субботу с 10 утра до 3 часов дня. Кроме того, по будням с 8 вечера до 8 утра можно вакцинироваться на базе травматологического пункта районной больницы. В субботу в травмпункте можно сделать прививку с 3 часов дня до 8 утра следующего дня, в воскресенье с часу дня до 8 утра следующего дня. И напоминаем, что в торговых центрах можно привиться не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа. Предварительная запись на вакцинацию не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.